Без травм. В Алтайском крае завершилась первая смена в летних детских лагерях. Отдохнули и поправили свое здоровье, как сообщили в Министерстве образования края, более 70 тысяч школьников. Несмотря на сложные погодные условия, никаких чрезвычайных ситуаций с детьми не произошло. Так как все лагеря были обработаны от клещей и комаров, во время первой смены не зафиксировано ни одного укуса клеща. Особенно пристальное внимание уделили питанию отдыхающих. Продукты проходили обязательную лабораторную проверку, оценивалась и питьевая вода. Почти как в советское время специалисты провели также оценку оздоровления детей. Кстати, в крае это пилотный проект. Так вот, процент оздоровления приблизился к 100 и составил 98%. Сейчас в регионе стартовала вторая смена. Всего этим летом только в профильных лагерях отдохнут более 25 тысяч детей региона.